И вновь новости о правилах фигурного катания. К 2020 году ИСУ решил, что отмена системы 6.0 превратила фигурное катание в математический спорт. И, как показало время, математика лучше всего дается русским. Пока Европа думала, тут Беридзе вырастила девочек, которые совершили революцию в фигурном катании. На чемпионате Европы 2020 весь пьедестал будет русским. И вся интрига между тыщика. Кому достанется европейский титул? Технические правила работают на российскую школу. Господа из ИСУ, вы навязали нам правила, а Россия сделала их своим преимуществом. Европейская школа в пролете? И влиятельный чиновник Фабио Бенкетти разработал проект о разделении фигурного катания на два типа соревнований – по технике и артистизму, с вручением медали за каждую. В общем, идея такая – сделать вместо произвольной программы артистическую и основным критерием поставить компоненты. Но у компонентов два огромных недостатка, чтобы на них полагаться для победы. Первое – они крайне субъективны. Потому и сами судьи последние 30 лет прибегают к решению вопроса второй оценкой – технической. И техника как более объективный и легче измеряемый показатель сейчас показывает, хоть какую-то правильную судейскую оценку. А в фигурном катании почти и так нет никакой справедливости по части судейства.